два дня в режиме тестирования аквапарка показали, что те системы, которые смонтированы в аквапарке, работают высокоэффективно. Это прежде всего отражается на качестве воды. То есть бассейн ценен прежде всего качеством воды. Поэтому химводоподготовка сделана высококлассно. Вот это отметили и спортсмены-профессионалы, и те специалисты, которые работают по очистке воды. Очень понравилось душ. Вода очень теплая, замечательно. Но вообще здорово понравилось, да, такой новый, современный, очень необычные замки. Удобно? Да, шкаф закрыл без проблем. Открыли. И то есть другой уже нет? Да, закрыли, а другой вот уже шкаф не могу закрыть. Уже не будет. Да, и своим другим браслетом шкаф тоже не откроешь, да. Приложили, отстегнулся шкафчик. Нажимаем пополнить баланс. Система просит приложить карту, ну или браслет к считывателю. Прикладываем. Могу сказать, что средняя цена — это 500 рублей, причем аквапарк работает с 8 утра и до 23 часов. И предусмотрена льготная цена в размере 250 рублей для инвалидов, для ветеранов, для детей. Причем дети ростом до 120 сантиметров посещают аквапарк бесплатно. Поэтому я бы предложил не пытаться всем череповчанам посетить аквапарк 22 ноября, потому что, ну, это физически невозможно. При всем нашем желании оказать услуги всем череповчанам, предварительно получить информацию о режиме работы, узнать и спланировать посещение, может быть, в неком разумном графике, в ноябре, в декабре месяце. Сейчас мы говорим о том, что качество аквапарка позволяет нам это сделать гораздо раньше. То есть это будет 22 ноября.